Осенние соревнования по гребле на байдарках и каноэ традиционно знаменуют закрытие спортивного сезона. А еще становятся смотром новичков. Для многих из них это первые старты. В нынешнем году в состязании приняли участие около 80 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 12 лет, учащиеся спортшкол города. Им предстояло преодолеть на скорость дистанции в 500 и 1000 метров. Эти соревнования для ребят более младшей возрастной группы, чтобы посмотреть, к чему мы их научили. Кто на что способен, выделить уже из них лидеров. В соревнованиях старшие товарищи помогали младшим. К слову, нынешний сезон оказался для воспитанников бобруйских спортивных школ весьма плодотворным. В частности, ученики Березины отличились на серьезных форумах международного, республиканского и областного уровней. Многие стали чемпионами и призерами. В открытом первенстве Минска, там я на дистанциях 2000 метров и 200 метров заняла 2 первых места. В Мозыре еще я заняла на дистанции 500 метров 2 место. Герасимовича у нас, это тоже были республиканские соревнования, на них в общем зачете 2. И область на 3 дистанциях, в одиночке на 500 и 200 первый, и в двойке тоже на дистанции 500 метров первый. После закрытия сезона юные гребцы продолжат свои тренировки в спортзалах, чтобы весной с обновленными силами снова выйти на воду и покорять очередные вершины. Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.